Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1016. Картофелем засажено 11 семнадцатых поля. Давайте сразу писать краткое условие. Огурцами засеяно на 1 семнадцатую поля больше. То есть огурцами неизвестно сколько, но сказано, что на 1 семнадцатую поля больше, чем морковью. Морковью тоже неизвестно сколько. И, кстати, тут продолжение. Огурцами засеяно на 1 семнадцатую поля больше, чем морковью, и на 8 семнадцатых поля меньше, чем картофеля. То есть еще на 8 семнадцатых меньше, чем картофеля. Какая часть поля засеяна огурцами, какая морковью? То есть на этот вопрос нужно ответить и на этот. Какая часть поля занята картофелем, огурцами, морковью вместе? И на вот этот вопрос тоже нужно ответить. И первым действием узнаем, сколько засеяно огурцами. На 8 семнадцатых меньше, чем засеяно картофелем. Картофелем засеяно 11 семнадцатых поля. То есть мы из 11 семнадцатых должны вычесть 8 семнадцатых. Чтобы выполнять вычитание дробей с одинаковым знаменателем, мы знаменатель оставляем тем же, вычитаем только числитель. 11 минус 8 будет 3. 3 семнадцатых поля засеяно огурцами. Второе действие. Узнаем, сколько морковка засеяна. Огурцами засеяна на 1 семнадцатую поля больше, чем морковкой. Значит, морковкой засеяна на 1 семнадцатую поля меньше, чем огурцами. Огурцами засеяна 3 семнадцатых. То есть мы из 3 семнадцатых должны вычесть 1 семнадцатую. И получаем 3 минус 1, 2, 2 семнадцатых поля засеяно морковкой. И третьим действием узнаем, сколько всего, то есть какая часть поля засеяна этим и другим, и третьим. Для этого нужно сложить 11 семнадцатых, 3 семнадцатых и 2 семнадцатых. От того, что у нас теперь 3 дроби, правило не меняется, знаменатель оставляем тем же, складываем только числитель 11 плюс 3 – 14 и плюс 2 – 16. 16 семнадцатых поля засеяно картофелем, огурцами и морковью. И записываем ответ. В ответе у нас будет 3 числа. 3 семнадцатых поля, 2 семнадцатых и 16 семнадцатых. И выполнили задание 1016. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопроса, предложения или пожелания подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.